проходит очередной московский международный форум модели, дизайнеров и талантов. Всем желаю удачи, потому что впереди, после Москвы, как вы знаете, как я помню, у меня живы воспоминания о прекрасном Китае, о сумасшедшей Америке. Все это впереди ждет победителей форума. Всем желаю удачи, хорошего настроения и чувства юмора. Цель, за которой мы сюда приехали, это выйти на международный уровень. И именно этот конкурс дает ту возможность, чтобы наши коллекции могли увидеть не только в России, но и за рубежом. В таких странах, как Тунис, Вьетнам, Соединенные Штаты Америки. Очень нравятся все мероприятия Fashion House International. На самом деле приходят талантливые дети, взрослые. Они могут себя грамотно презентовать, с ними знакомятся другие люди, которые могут им помочь в карьере, в работе. Моя судьба, я здесь плачу. Моя судьба, я не могу иначе. Занимаюсь этим уже очень много лет, и, как говорится, пение – это моя жизнь, моя судьба. С детьми, переживают за детей, когда взрослые модели
видят маленьких и маленьких взрослых. То есть совсем иная атмосфера, чем на других мероприятиях. При этом все выстроено по достаточно оригинальной схеме. Не по стандарту, который проводится все конкурсы красоты, весь фэшн во всем мире, да? А вот, так сказать, с особенностями. С обстановкой семейного праздника, со столом в конце, там, очень все подобное. International из года в год растет, и это видно не просто, так сказать, визуально, а присутствуя уже не первый год в составе жюри конкурса, я зримо ощущаю, что и модели повышают свой потенциал, и сама компания растет на глазах, и очень приятно находиться, так сказать, из года в год в составе членов жюри. Модели, таланты и дизайнеры, как и спортсмены, все участвуют в конкурсе для того, чтобы в итоге победить и сделать профессиональную карьеру. И поэтому я буду желать им сделать профессиональную, серьезную карьеру. Но даже те, кто, может быть, не сделают эту карьеру, все равно будут считать этот период своей жизни самым интересным. На одной сцене с разными артистами, завожу новые знакомства. Прилетев в июле из Франции, когда у нас проходил форум в Лакосте в замке у Пьера Кардена, сегодня многие люди уже знакомые. Мы рассказываем, что у нас случилось за эти месяцы, за это время. Вот. И я рада буду путешествовать с этой компанией снова и снова по различным странам, и в Америку, и в Китай, и в Тунис, и везде-везде, заводить новые знакомства и поддерживать старые. Очень приятно всегда присутствовать на этих мероприятиях, потому что море позитива, море... Вадим Борисович всегда позитив. Он получает от этого истинное наслаждение. Это такой творческий проект, который у него получается на 5 с плюсом. Вадим, спасибо большое. Fashion Time всегда будет с нами.
умными, талантливыми, невероятно чудесными людьми. Я вас люблю. С каждым годом повышается уровень мероприятия. И это не случайно, потому что добавляются все новые талантливые дети. Участвовать на этом конкурсе. Мне здесь очень нравится, тут очень хорошие люди. Хочу пожелать всем удачи, чтобы они тоже радовались, чтобы победили все. В мини-мисс, чтобы выиграть и поехать в какие-нибудь страны еще выигрывать, чтобы быть знаменитой. На этой сцене полной грудью таланты вдохнули любовь зрителей, которые ждут их, которые надеются на них, которые боготворят их, которые ждут от них новых свершений. Всего хорошего. Будьте здоровы. Доброе утро. Поистине это праздник моды, красоты и самое главное – величие самого настоящего, что есть на этом свете. Это праздник очаровательных детей, которые будут сегодня признанными. Самое главное в этой жизни – реализовать свой творческий потенциал. И Fashion House International предоставляет такую замечательную возможность. Позитивно. Все девочки дружные, поэтому, я думаю, конкурс пройдет успешный. И всегда весело происходит. Я хочу выступать с ними на международном уровне, везде побеждать, занимать хорошие рейтинги и меньше доступать всем конкуренции, участникам также нашего форума. Я надеюсь, что сегодняшний конкурс закончится для меня благополучно, возможно, даже победой. И в дальнейшем планирую принять участие в конкурсах Fashion House International в других странах. Цель моя – это победить, конечно, и в дальнейшем выступать уже на международном уровне, ездить по странам, такие как Китай, Вьетнам, Америка, Тунис. Я думаю, у меня все получится, и, конечно, всем желаю тоже удачи. В целом такая здесь аура, атмосфера известная, что, ну так, интересно достаточно. Man labai patinka Fashion House kompanija ir noriu čia toliau dirbti. Fashion House International – это прекрасное мероприятие, которое нам очень нравится. Оно помогает нам осознать, насколько много прекрасных женщин есть вокруг нас, насколько много талантливых людей вокруг нас есть. Поэтому мы желаем этому мероприятию удачи, развития. Будем всячески прилагать усилия, чтобы и дальше это мероприятие проходило на столь же высоком уровне.